добрым утром. Начат день. Первым делом гоним лень. На уроки не зевать, а работать и считать. Поможет мне провести сегодняшний урок Филин Умняш. Он предлагает нам провести урок математики, где мы изучим с вами новую тему по предмету. А после каждого выполненного задания Умняш пополнит ваш запас знаний, познакомит с образными изречениями в форме законченного предложения, содержащего житейскую мудрость и имеющие назидательный смысл, который может быть буквальным или переносным, то есть пословицами. Начнем наш урок математики с небольшой разминки. Назовите наименьшее трехзначное число. Правильно, это число 100. Назовите наибольшее трехзначное число. Молодцы! Конечно, это 999. В данном ряду назовите числа, состоящие только из сотен и десятков. Вы совершенно правы. Это числа 640 и 830. С первым заданием нашей разминки вы справились. А вот и первый сюрприз от Умняша. Больше узнаешь – сильнее станешь. Значение этой пословицы состоит в том, что знание – это настоящая и реальная сила, благодаря которой человек может добиться очень больших высот в разных сферах человеческой жизни. Мы продолжаем нашу разминку. Представьте, в виде суммы разрядных слагаемых число 384. Проверим результат. Представьте, в виде суммы разрядных слагаемых число 907. Проверим результат. Представьте, в виде суммы разрядных слагаемых число 640. Проверим результат. Представьте, в виде суммы разрядных слагаемых число 577. И снова проверим результат. Всех, кто справились, молодцы! Пора открыть копилку знаний от Умняша. Здесь спряталась пословица «Знание трудом добывается». Вот и нам с вами придется хорошо потрудиться, чтобы изучить тему нашего урока. Умножение чисел, оканчивающихся нулями. Сравните вычисления. Что вы подметили? Чтобы умножить числа, оканчивающиеся нулями, сначала перемножаем множители, опуская нули, которыми они оканчиваются. Затем приписываем справа к полученному произведению опущенные ранее нули. Давайте сейчас потренируемся. Откроем тетради. Запишем следующий пример. 160 умножить на 20. Обращаем внимание на то, чтобы множители записывались один под другим, а нули остались справа. Выполняем умножение по общим правилам. 6 умножить на 2 равно 12. 2 записываем, 1 запоминаем.
1 умножить на 2 равно 2. И прибавляем еще единицу, которую мы запомнили. Получается 3. Подсчитываем нули. 1 в первом множителе, 1 во втором множителе, всего 2. Дописываем их в произведение. Читаем ответ. 3200. А сейчас, ребята, потренируемся. Откроем учебники на странице 43. Выполним номер 1. Спишите первый пример, обращая внимание на правильную запись. 72 умножить на 80. У вас 10 секунд на выполнение, затем сверим результаты. Получается 1440. Прекрасно, вы справились. Обращаем внимание на третий пример. Что вы заметили? Правильно, первый множитель – круглое число. Применяя переместительное свойство умножения, от перемены мест множителей произведение не меняется. Мы можем по-разному записать пример. Либо 50 умножить на 98, либо 98 умножить на 50. Мы запишем с вами оба варианта. Записываем и решаем. Проверяем. В обоих случаях получилось 4900. Ребята, наш урок подходит к концу. Давайте еще раз повторим правило умножения чисел, оканчивающихся нулями. Чтобы умножить числа, оканчивающиеся нулями, сначала перемножаем множители, опуская нули, которыми они оканчиваются. Затем приписываем справа к полученному произведению опущенные ранее нули. А вот и наш умняш со своей копилкой знаний. Запомните, ребята, что тот, кто знаниями обладает, тот всюду побеждает. Вот и мы с вами изучили новый прием письменного умножения. А я вам говорю до свидания, до новых встреч!